Heritage Battle. Это мероприятие по кастомизации мотоциклов R90. Здесь представлены 5 мотоциклов. На самом деле очень хорошие, серьезные конкуренты. Я представляю Екатеринбург. О сегодняшнем событии, как и что будет происходить. У нас есть экспертное жюри, которое на протяжении ближайших 60 минут, я думаю, обязательно определит победителя, который получит главный сертификат. Я думаю, вы уже знаете, на что же это будет сертификат, но об этом чуточки позже я расскажу. После чего мы вернемся к открытому голосованию. Голосование, которое проходило в социальных сетях, Facebook и Instagram, оно закончилось 20-го. Декабря победитель также будет награжден, но это мы все узнаем чуточку позже. Но перед тем, как мы перейдем к, собственно, финалу Heritage Battle, мы хотим еще раз поблагодарить наших коллег за организацию прекрасного и очень-очень тоже увлекательного конкурса арт-марафона. Госпожа Захарова, вы где? Вот. И Дмитрия Хитрова, который был также и идейным, и креативным руководителем этого проекта. Победитель — мотоцикл «Цай». Байкал, город Екатеринбург, становится сегодня лучшим проектом. Лучший мотоцикл, абсолютный чемпион под вашей бурной аплодисменты. Кланяйтесь и благодарить вас за это. We'll be right back.
Я думал, все судьи подкупные, но нет. Тут было прям правильное судейство. Мы победили заслуженно. Да. А вот и группа поддержки, которая сегодня болела за Екатеринбург, специально прилетев сюда. Поздравляем Байкаус и лично видео с победой.